It's all right. Feels good. Kick it. Привет! Популярность различных флешмобов просто впечатляет. Вот и недавно большой популярности в Инстаграм набрал флешмоб, в который хозяева разыгрывают своих собачек. Называется такое действие «What the Fluff Challenge», то есть «Вот так, пушистик». Его суть заключается в том, чтобы предстать перед любимцем, закрывшись одеялом или полотенцем, а потом вдруг подбросить ткань и успеть спрятаться от собаки. Ну и естественно, реакцию питомца необходимо снять на видео. Это нечто. Собачки реагируют на пропажу совершенно по-разному. Удержаться от смеха при просмотре видео практически невозможно. В общем, если у вас плохое настроение, вперед, смотреть видео. А еще лучше, давайте участвовать тоже. В супермаркетах часто можно увидеть мух, муравьев, птичек, да и тараканов в некоторых случаях считается нормой. А вот в одном из киевских супермаркетов на витрине можно увидеть настоящего кота. Нет, он не просто сидит, служит украшением или продается. Он пожирает колбасу. Соответствующее видео удалось заснять посетителям супермаркета. Что интересно, в комментариях под видео акцентируют внимание, что кот лопает колбасу с большим аппетитом. А это значит, что продукция качественная, а значит, можно ее покупать. Но я бы не стала покупать продукцию, по которой топтался неизвестный кот. Хотя, кто вам об этом скажет? Вот говорят, собачья жизнь тяжелая. Угу, как бы не так. Вот смотрю Инстаграм, и знаете, некоторые собачки проводят время круче, чем я. И вы не верите? 2 июля отмечался Всемирный день собак. Кстати, вы его отмечали? Канал 24 решил сделать подборку 15 снимков собачек, которые путешествуют по различным странам и местам. Красочные снимки, позирующие собачки. Короче, мечта. Не так уж и плоха собачья жизнь. На этом все. Пока.